В редакцию нашего телеканала неоднократно обращались жители города Видное по проблеме переполненных контейнерных площадок и невывоза мусора, в частности, крупногабаритного. Именно для таких бытовых отходов, как старая мебель, бытовая техника, почти в каждом жилом комплексе установлен специальный 8-кубовый бункер. Вывозом такого мусора на территории нашего муниципалитета занимается Каширский региональный оператор. Каширский региональный оператор не вывозит строительный мусор. Это кирпичи, бетонные блоки, то есть все отходы от капитального ремонта. Вот, у нас нет лицензии на вывоз данных отходов. Это зона ответственности управляющей компании. Но очень часто в контейнер для крупногабаритных отходов или около него складируют строительный мусор и другой, не относящийся к данной категории. В случае, если на контейнерной площадке мы видим строительные отходы, сервисной службы регионального оператора составляется акт, который направляется один экземпляр в органы местного самоуправления, второй экземпляр направляется в управляющую компанию для устранения данных видов отходов. Емкости под крупногабаритный мусор региональный оператор размещает на территории округа совместно с управляющей компанией. Нам поступает заявка от управляющей компании. Диспетчерская служба ее оформляет, и на следующий день она идет в работу. То есть мы забираем бункер, и, соответственно, мы также забираем вот то, что у нас подбор на земле, крупногабаритные отходы. Ветки и срубы региональный оператор также не вывозит. Это зона ответственности управляющей компании, которая должна своими силами это все вывозить. Количество баков на контейнерной площадке и график вывоза устанавливается согласно утвержденным нормативам. В случае перенакопления мусора добавляют необходимое количество емкостей. Когда мы приезжаем и видим сверху навал там, веток и стройки, вот, что мы можем, мы забираем. Дальше мы в этот же момент сервисная служба оповещает баланс содержателя контейнерной площадки для устранения всех отходов, не относящихся к ТКО. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.